Всем привет, ребята, вы на моем YouTube-канале, и сегодня я снимаю для вас влог. Покажу обновочки какие-то новые, вот, и, в общем, книгу, которая мне пришла, и что еще, кроссовки покажу, надеюсь, сейчас не видно, вот, и игру. Не очень, конечно, она подходит, но есть. Итак, первое, это то, что вот эта игра, ну, это, нет, это не игра, это книжка, моя перша книга, вот здесь всякие машины, написано, где она, какого она года, вот, это такие более старенькие машины, ретро-автомобили, вот, очень интересная, конечно, я ее решила себе поставить, вот это уже более... такие современные машины, легковые. Сейчас быстренько пройдусь, покажу, как тут все вообще. Это спортивные автомобили, перегоновые автомобили, ну, в гонках, я так понимаю, типа. Вот. Элитные автомобили. И здесь такие более побольше. И здесь уже вообще большие. Это последняя страничка. Такую фуру я здесь очень часто вижу. Кстати, ребят, вчера ногти подпилила. Вот, хотела маникюр сделать, но передумала. Дальше это вот такие вот кроссовочки. Вот. Очень даже хорошие. Хорошо дышат. Вот. Кроссовки как кроссовки обычные такие. Конечно, тяжелые, очень тяжелые. Вот. И они такие вот именно и зимой можно по плюсовой температуре, если пройтись. Ну, если не прям сильно мокро, но здесь подошва нормальная. То есть, вот. И игра, которая мне пришла, большие гонки. Я не знаю, зачем она мне, но я ее оставила. Сейчас уберу то, что мне не надо. В общем, сейчас я вам покажу ее. Вот здесь такое как бы поле такое игровое. Оно вытаскивается. Здесь кубики, фишечки вот такие. Сейчас кубик. Вот кубик. Есть еще такой кубик. Два кубика. Вот. Здесь еще какие-то фишечки вот такие вот разные. Не знаю, хочу поиграть очень. Мне показалось, будет очень интересно. Здесь несколько вот машинок. Видите, там еще одна потерялась. Вообще игра для троих получается. Три машинки. Вот. Игра для троих. Короче, не знаю, понравится, не понравится. Как поиграю, расскажу. Вот, вчера хотела поиграть, но как-то не было времени. А сейчас уже будут выходные. Вот. Ну, книжка, не знаю, мне она понравилась, я еще ее не читала, но мне интересно глянуть, когда какие автомобили были там созданы, какая у них скорость, какие вообще есть. Вот. Кстати, купили еще вот такие конфетки. Баттермилк, очень тоже вкусные. Вот, молочные. Или еще попкорн вот такой вот. Тоже каждый вечер любим делать попкорн. Купили 5 упаковок. 2 вчера сделали. Мне осталось 3. Вот. Эту палочку ложим. Эту сегодня сделаем. Вот. Хотела показать еще вот такой вот чай польский. Он, конечно, выглядит как не очень как бы такой... как корм обычный для собак. Думала вам показать, а он запечатанный. Ну, кстати, уже очень-очень пахнет даже. Вот. Очень ароматный. Здесь написано, как его разводить. Первый раз такой вообще вижу, честно говоря. Ну, вот так покажу. Ой, подождите, тут какой-то порошок на низу. Вот. Видите? Как хлопья. Ну и, в принципе, из обновочек все на сегодня. С
снимаю для вас видео. Не знаю, выйдет оно или нет в ближайшее время, потому что не знаю, сколько я буду снимать. Ну, начала, по крайней мере. И выйдет ли оно вообще, не знаю. Буду смотреть. Птички летают. Вот. У нас сегодня пасмурная такая погода вообще. Капец. Да, пасмурненько. Не знаю, в общем. Может, уроки буду сегодня делать. Может, не буду. Не знаю. В общем. Так, ну, вроде бы все показала. Сейчас пойду купаться, голову мыть буду сегодня. Вот. В общем, как-то так. Вот и влог маленький такой. Я решила просто показать. И, в принципе, все. Сегодня очень много стирали. В общем, ребята, всем пока-пока. До новых встреч. Ждите новые крутые серии. Всем пока-пока.